Всем привет, с вами Прия. Сегодня вскрываю легендарочку на друида. Проведя опрос в ВК-группе о легендарочке, которая мне упадет, а упадет мне всего лишь одна из оставшихся шести, эти шесть легендарок представляют собой шапку, за которую проголосовали 6% людей, что она мне выпадет, придаст 20%, людей, проголосовавших за его дроп, плащик на апхил от тайной магии, сил природы, что типа такого, 6%. За сиськи проголосовало 36% людей, ну, то есть за нагрудник, экодух. Кольцо Сефус 17% людей, кольцо на сейф в виде плюс одного заряда инстинктов 15%. Ну что ж, пришло время проверить экстрасенсорные способности этих людей путем вскрытия легендарного предмета на друида-страже. Поехали. Падает шлем. Классно. Конечно же, использовать я его не буду. Весело. Ничего не скажешь. В ближайшее время будет еще вскрытие легендарочки на шамана и на охотника. Аналогично сделаю голосование в ВК-группе и людям, которым интересно это, люди, которые хотят поучаствовать в этом, конечно же, поучаствуют, если заметят это дело в ВК-группе. Также проводится розыгрыш жетона по репостам, который относительно скоро уже закончится. Скоро так вообще будет кое-что интересное, масштабное с очень хорошими людьми произведенное. Ну и не забывайте про YouTube, там Инстаграмы, Твичи всякие, прочие такие ресурсы, которые реально стоит посещать для получения информации и усиления своего персонажа. Да. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, берегите ноги, не болейте. И самое главное, чтобы доступ к интернету у вас был всегда и везде. До скорого.